жители и гости Петровского квартала, с большим удовольствием я хочу передать микрофон Максиму, который уже готов провести торжественную церемонию открытия спортивной площадки в Петровском квартале. Прошу. Добрый день. И всем привет всем гостям и жителям нашего прекрасного Петровского квартала. Сегодня мне была огромная честь представить наших почетных гостей, друзей, которые приехали. Это действительно праздник спорта, который сегодня благодаря всем вам и нам стал реальностью. У нас сегодня есть захисник Донецкого аэропорта у складі 72-ї механізованої бригади бойовий офіцер, молодший лейтенант Бугальний В'ячеслав Олегович. Будь ласка. Також доброволець ПС, наш сусід, мешканець Петровського кварталу Богданов Ілля Олександрович. Будь ласка, вітаю. І з окремим задоволенням я представляю зараз чемпіонку по дзюдо, призерку чемпіонату світу і Європи, неодноразову чемпіонку України по дзюдо, Яремко Світлану, будь ласка. Також дуже хочеться представити гостей, які приїхали до нас. Це перший заступник голови Київсько-Святошинського районної адміністрації Кошик Артем Леонідович. Будь ласка, ваші офіси. І також другий заступник Михайло Резник. А відкривати сьогоднішнє наше дійство буде директор Петрівського кварталу Андріюк Віталій Володимирович. Петровський квартал построїв спортивні площадки. У нас є футбольне поле. Сьогодні у нас особливо. Сьогодні ми відкриваємо площадку для заняття спортом на відкритому воздухі воркаутом. Я поздравляю всіх з цим праздником. Сейчас улетают в воздух. Наше мирное небо. Передаю слово своему коллеге Олегу. Итак, уважаемые друзья, пусть эти шарики символизируют то, что теперь не спортивный, не здоровый образ жизни улетает, а остается только здоровый и хороший, счастливый образ жизни. Илья испытывает на площадь турники. Давайте мы поддержим его и под бурные аплодисменты. Также
послушаем группу «Ритмэн». Начать заниматься этим. И есть, например, когда уже поздно этим заниматься? Никогда не поздно. Никогда не поздно. А вы давно занимаетесь? Чтобы добиться каких-то существенных результатов, сколько надо заниматься? Но я добился таких результатов за 3,5 года. 3,5 года, друзья, это не так уже много, обратите внимание, ну не знаю, вот там дети вот рождаются. Думаешь, ой, какой маленький, уже раз, уже у меня вот в 11 класс пошла недавно. Игры в теннис в Петровском квартале. И я сюда приглашаю руководителя арт-квартала Максима. Ваши аплодисменты. Благодарю, Олег. Сегодня действительно для многих двойной праздник, потому что сегодня мы вручаем еще победителям. Победительнице первого чемпионата по настольному теннису Ирине. Ну и второе место у нас занял Ярослав, поэтому нельзя не попробовать наш новый стол. Заряженный, как скажем, сын.
Love is here.